Их имена не только помнят, но и до сих пор произносят с уважением. Эти сочинцы без преувеличения педагогике посвятили всю свою жизнь. Они уверены, учитель – это не профессия, а судьба. Вера Андреевна Шабалова любимой профессии отдала 59 лет. За эти годы была и просто учителем, и директором школы. 10 лет занимала должность начальника городского отдела народного образования. Во все времена, отмечает заслуженный учитель России, главной наградой педагога остаются улыбки детей и их родителей. Я счастлива. Я сегодня скучаю за школу. Я бы просто сегодня пошла в класс, но приходит время, когда нужно школу оставлять и уступать эту дорогу молодым. И они должны сегодня сделать лучше, чем было вчера. Нам не стыдно оглянуться вот этому поколению за те дела, которые мы оставили на этой земле в сочинском народном образовании. Поздравления за праздничным столом педагоги принимали от главы города. Анатолий Пахомов отметил, что нынешнему поколению необходимо брать пример с учителей-ветеранов. Быть такими же целеустремленными, оптимистичными и патриотами своего города. Одно дело прожить, а другое дело сделать что-то для родного города. Вы можете гордиться. Вы многое сделали. Вы больше всех сделали для любимого города. Вы воспитали тех, которые делают этот город, преобразуют его. И вы этим гордиться должны. С праздником самой замечательной профессии, достойными представителями которой являетесь вы. И пожелать вам здоровья, счастья и удачи.